Дорогие друзья, люди устали. Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить. Поэтому силам Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности по Гродненской области поручаю в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городах области. Как бы кому-то не нравилось, надо выявить аккуратно, не толпами, аккуратно выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все списки их. Надо выявить